Тунлин. Иви. После всех испытаний. Сегодня мы наконец скрепляем нашу судьбу. Ну как, учитель? Разве я не отлично постарался с браком? Идеальная пара, созданная на небесах. Любящая друг друга и живущая в мире и согласии. Ох, небеса. Тунлин, открой глаза и посмотри-ка. Что ж, эти двое подходят друг другу. А как быть с этими людьми? Их судьба тебя не волнует? Грех-то какой. Только познав трудности, люди научатся ценить хороший брак. Опять одни отговорки. Тунлин, ты потерял свою драконью кость и провел без сознания 3 года, разбил мне сердце. Я и представить не мог, что очнувшись, ты не будешь ее искать. О боги, ты хоть собираешься искать кость или нет? Да ищу я ее. Тому, кто найдет мне Июэ, подходящего жениха, я пожалую 300 лян. Я найду. Я. Простите, кто ищет сваху? Наконец-то после 3 долгих лет вы снова встретились здесь. Эта девчонка нисколечки не изменилась. Как ж больно. Господин, пожалуйста, верните мне табличку. Она не ваша. Нет, она моя. Так вас зовут? Джан Гуйхуа? Верно. Госпожа, вранье до добра не доведет. Тебя не спрашивали. Все, что висит на брачном дереве, под защитой нашего храма бога брака. Вашего? Так вы из храма бога брака? Перед вами сваха храма и ученик лунного старца Тунлин. Юэ, не вредничай. Я наконец нашла тебе сваху. Господин Тун, наша Юэ обычно так себя не ведет. Госпожа, прошу прощения. Я пока слишком неопытен, чтобы подобрать достойную партию для вашей дочери. Да кому нужны ваши услуги? Вот же грубиянка. Госпожа, видя вашу искренность, я все же попытаюсь найти ей суженого. Правда? Тогда рассчитываю на вас. Какая интересная девушка. Визит в этот храм оказался не напрасен. Эти воришки не ускользнут из моих рук. Уходим. Грабежи, убийства, произвол и бесчинство. 6 ведомств назначили награду в 100 лянов за вашу поимку. Даже если сбежите на край земли, я вас достану. Так ты ли ей 6 ведомств? Бежим. Все пытаетесь сбежать? Oh!
Мое сердце стучит в унисон с ее. Возможно, она связана с моей драконьей костью. Не ожидала, что ты настолько хорош. Полезно знать пару приемов для защиты. То же касается и тебя. Подойдите. Вы связались с плохим человеком. Теперь дурные узы разрушены. Надеюсь, вы найдете хорошего супруга. Если понадоблюсь, приходите в храм бога брака. Спасибо. Ишь, обольститель. Терпеть таких не могу. А ну тихо там. Господин Сваха, как разделим деньги? Ты же не заберешь все себе? Похоже, моя драконья кость и правда в ее теле. Нужно найти способ остаться рядом с ней. Поступим так. Работай со мной, и я найду тебе жениха. К тому же не возьму ни одного Лена. Пока. Госпожа Ли. Помимо ловли преступников, не стоит забывать и о личной жизни. Тогда я предпочту не выходить замуж. У мужчины могут быть дети, и он может строить карьеру. Но если женщина выйдет замуж, ей будет трудно чего-то добиться самой. Лучше сразу отказаться от этой идеи. Оказывается, некоторым просто суждено остаться в одиночестве. Матушка-наставница, не сердитесь. Преклони колени. Да что такого-то? На колени. Посмотри. Матушка-наставница, в чем младшая опять провинилась? Глянь на нее. Только и знает, что ловить разбойников. А вдруг с тобой что случится? Как мы объясним это наставнику? Но ведь со мной все в порядке. Ты... Наставница, я могу все то же, что и командир. Я стала патрульным 3 года назад. Мои способности превосходны. 3 года назад ты поступила опрометчиво. По твоей вине... Наш наставник погиб, пытаясь исправить твои ошибки. Если и дальше собираешься творить подобное, тебе нечего делать в 6 ведомствах. Возвращайся со мной, больше не будешь патрульным. Я совершила ошибку. Но из-за смерти наставника вы решили, что я не могу расследовать дела или быть патрульным. С какой стати? Со смерти наставника уже прошло 3 года. Командир Линь. Она не уважает старших. Принеси наши заповеди. Неси. Слушаюсь. Я никогда не разочаровывала наставника. И схвачу этих преступников одного за другим. Я не виновата. Все еще пререкаешься? Давай сюда. Паршивец, пытаешься разрушить мои старания? Учитель, вы меня ударили. Эй, не наговаривай на меня, я пальцем тебя не тронул. Неужели... Виновата или нет? Ладно. Сваха-тун. Матушка Ли, я специально пришел, чтобы поблагодарить госпожу Ли. Сегодня после трудов праведных я гулял, и на меня напали разбойники. Но госпожа Ли меня спасла. Младшая, отведи господина Туна дать показания. Они понадобятся для суда. Да. Ступайте. Откажешься от смотрин, твоя наставница сурово тебя накажет. Она просто волнуется, что я подвергаюсь опасности. А ты... Надо же, врешь, как дышишь.
Я второй раз тебя спасаю. Госпожа Ли, можешь просто сказать спасибо, благодетель? Спасибо, благодетель. Моя драконья кость точно у нее. Почему больше не болит? Что такое, госпожа? Да ничего. Господин Сваха и мой благодетель, прошу сюда. Вот видишь, 3 года назад именно ты спас Ли Юэ. Но в итоге она все равно связалась с этим Тунлином. В прошлом они были врагами. Но судьбу и поныне невозможно преломить. Пусть даже ты и зашел так далеко, он все равно смог подобраться к ней. Чей это голос? Неужели это мой внутренний демон? Он просто обычный мошенник. А ты командир патрульных, который стоит на страже справедливости. Он тебе не ровня. Но любит она его, а не тебя. Зачем за мной вязался? Посмотреть, как ты ловишь вора. По моим сведениям, этот тип недавно был здесь. Тут должны быть зацепки. Значит, помнишь приятное, а плохое забываешь. Ты все еще ранена, в опасной ситуации не справишься одна. Я пойду с тобой. Твое дело людей сводить, а не за мной ходить. Не лезь, куда не просят. Я лишь боюсь, что ранит тебя, а мне страдать. Как твой благодетель и посредник в браке, я должен быть уверен в твоей целости и сохранности, чтобы ты явилась на смотрины. Просто я не собираюсь замуж. И что теперь? В таком случае, тебя отстранят от работы. Наставница, я не ожидала, что господин Тун тоже придет в дом увеселений. Господин Тун, он... Вижу новое лицо. Вы у нас не бывали? Проходите. У нас есть отдельные комнаты. Откуда тут взялась эта красотка? Прошу прощения. Она занята. Кем ты себя возомнил? Посмел увести мою девушку? Спасибо, господин. Если судьбе будет угодно, мы еще встретимся. Госпожа. Да. Я хочу спросить кое о чем. О. Девушка такого роста. А странный язык. Дрочливо. Нетерпеливо. К тому же грубая. Простите, господин. Не встречала девушку, о которой вы говорите. Ты уверена? А по мне так в точности твое описание. Шутите, господин. Перед вами нежная, добрая, милая и приятная в обхождении девушка. Наверняка господин перепутал меня с кем-то. Спрячусь тут. Посмотрим, сможешь ли ты меня найти. Ли Юэ, ты здесь? Как ты меня нашел? Тише. Джан Лан? Джан Лан, когда ты меня выкупишь? Даже ради расследования не стоит тут бродить. Отпусти. А если нет? Отпусти. Странно. Почему эта красная нить не слушается меня? И почему моя волшебная сила передается через эту нить? Ты...
Что с тобой? У небес свои законы. Не позволю простым смертным вроде вас так легко сбежать. 3 года назад... Джалан. Выкупить? Продажная девка, строишь из себя невинность? Джалан, постой. Кто вы такие? У нее с ним роковые узы. Парочка поругалась. Не стоит вмешиваться и хватать ее любовника. Любовника? Гад. Госпожа, вставай. Не беспокойся, я поймаю этого отброса ради тебя. Джалан, спасайся! Я же говорил тебе, они пара. Джалан, беги! Помогите! Ко мне пробрались воры! Младший, идем, но только побыстрее. Брат Бао, не говори об этом старшему и матушке наставнице. От наставницы еще можно утаить, но от старшего... А что с ним? Разве не знаешь, какой он строгий? Если он узнает, мне крышка. Ну так не говори ему. Чего ты боишься? Вечно мне одному попадает. Я защищала тебя от побоев. Когда он ударит меня? Старший. Я велел взять у господина Туна показания, а ты повела его в сад райских ароматов? Хоть знаешь, что это за место? Дом увеселений. Но твои обвинения несправедливы. Эту девушку избивал ее любовник. Я лишь хотела ей помочь. Сегодня мы правда ни в чем не провинились. Господин Тун, у 6 ведомств свои правила. Даже если вас обидели, вам стоит крепко задуматься о себе. Задуматься о чем? О том, что за тараканы в головах нынче у влюбленных девушек? Уведи их в камеру. Есть? Пошли. Погоди. Что там? Иди. Похоже, ты прекрасно разбираешься в этих любовных штучках. Сразу разглядел, что они в отношениях. И правда настоящий сваха. Мастерство не скроешь. Впечатляет. Раз у тебя есть свободное время, расскажи о своих требованиях к мужу. Господин Сваха Тун, чего ты пристал ко мне, как репей? Разве всем в этом мире суждено жить в браке? Почему не могу ловить злодея всю свою жизнь? Матушка! Знаешь, я не люблю людей. Господин Тун, не стоит тратить силы. Так, нравятся неординарные мужчины. Это красная нить. Не двигайся. Решил воспользоваться мной? Мы в тюрьме 6 ведомств. Веди себя прилично. Помнится, это ты вела себя неприлично. Тише. Нечего было так много болтать. Просто я боялась, что нас могли услышать. Вот и все. Если я тебя обидела, считай это мой должок. Если обидела, за мной должок. Красная нить. Драконья кость. Ли Юе. Похоже, ты действительно ничего об этом не знаешь. Господин Тун, вовсе не обязательно было меня ронять. Да за такого, как ты, я бы никогда не пошла замуж, даже если б ты входил в 6 ведомств. Глянь на себя, ростом не вышел, кожа бледнющая, а лицом краше, чем девушки в саду райских ароматов. И это я еще не начинала тебя ругать. Как так? Только бы чего больше дурного не случилось. Похоже, что в столице мирные дни сочтены.
Я ее не убивал. Зайди внутрь, я не убивал. Я не виновен. Брат Бао, поймали этого гада? Молодцы. Вы двое свободны. Валите. Я ее не убивал. Я не убивал, Линян. Замолчи, убийство — серьезное преступление. Жди казни. А что с той девушкой? Жуткая смерть. Наверное, когда вы ушли, она привела его обратно. Добрыми словами, проклятую душу не спасти. Если бы я вчера его схватила, та девушка осталась бы жива. Я не убивал ее. Спасите меня. Спасите меня. Помогите. На помощь. Младшая. Брат Бао, видишь метку у него на шее? Что за метка? Я ее не убивал. Вон та метка. Черная метка на шее. Старший. Старший. Младшая. Что случилось? Расскажи. Старший. Помнишь, как 3 года назад мы столкнулись с обезумевшими крестьянами? Ими управляла злая сущность, убивая невинных. Этот убийца такой же, как те жители деревни. Младшая, успокойся. Разве не видишь у его шеи темную ауру? Им овладел злой дух. Из-за него погиб наш наставник. Это убийство не такое простое, как кажется. Злой дух проник в столицу. Довольно, младшая. Мастер отдала свою жизнь, чтобы полностью уничтожить этого духа. Я предупреждаю. Больше не смей упоминать об этом злом духе. Но старший... Никаких «но». Это всего лишь убийство любовницы. Но если не взять ситуацию под контроль, это приведет к большим проблемам. Видимо, матушка-наставница была права. Тебе не стоит оставаться в 6 ведомствах. Сдай свою бирку. И иди отдыхать. Не ожидал, что в 6 ведомствах набирают кого попало. Получил бирку, стал патрульным. Это внутреннее дело 6 ведомств. И вас не касается. Хочешь, чтобы я сам забрал? Почему они мне не верят? Я точно это видела. Та метка на шее. Точно такая же, как у убийц 3 года назад. Я тоже думаю, что дело именно так и обстоит. Ты веришь мне? Господин Тун, поразительно, что ты мне поверил, без всяких сомнений. Этот нефритовый кулон точно связан с событиями 3-летней давности. Стоит подробно расспросить ее. Где это я? Господин Тун, я думала, ты хороший человек. По закону, похищение девушки карается изгнанием на 3000 ли. Отпусти меня. Тогда расскажи, что случилось 3 года назад. Тогда ты украла мою драконью кость. А теперь отрицаешь это? Что еще за драконья кость? Никогда о ней не слышала. 3 года назад я даже не знала тебя. Живо развяжи меня, а не то. Так и будем ходить. Значит, не помнишь? Тогда я помогу тебе все хорошенько вспомнить. Кого ты пытаешься напугать? Божеством себя вообразил? Стой! Не убегай. Только дура не сбежит. Здрасте. Сумасшедшая девчонка. А ты куда? Я 3 года был без сознания. Наконец-то учил свою драконью кость. Нужно все выяснить. Драконья кость чрезвычайно ценная. Как могла простая смертная ее заполучить? Учитель,
Тогда расскажите мне, что именно произошло? Почему драконья кость оказалась у этой девушки? И почему нас связала красная нить? Иди, шепну на ушко. Тайны небес не время раскрывать. Если у нее твоя кость, значит, вы связаны судьбой. Может, 3 года назад я и правда встречала ее у скалы Бишуй? Вполне возможно. Если у нее твоя драконья кость... О, ужас, она окажется в опасности, ей будут угрожать, и даже могут ранить. Тогда ты пожалеешь, и... Что ты собрался делать, Тунлин? Нужно вернуться в 6 ведомств и все узнать. Сестричка, разве не знаешь, как трудна наша ежедневная служба? Ловля преступников выматывает. Тебе не надо работать, и вот и наслаждалась бы жизнью. Этот парень точно ныкается где-то поблизости. Младшая, ты плохо выглядишь. Оставь нам охрану столицы. Отдохни. Нет. Я лично хочу арестовать этого типа, чтобы на полном праве вернуться в 6 ведомств. Не подходите. Господин, вы еще не заплатили. Она с дороги. В столь поздний час, куда ты тащишь эту девушку? Младшая, как думаешь, он несет ее показать лекарю? Кажется, она без сознания. Призрачный Джан, ты похищал и продавал девушек. Сегодня твоим злодеянием пришел конец. Я также слышал, что ты выполнял грязную работу для других. Если будешь покрывать истинных злодеев, увеличишь тяжесть своих преступлений. Если будешь сотрудничать и все расскажешь, возможно, мы поможем тебе спастись. Разумеется, ты можешь отказаться говорить. Мы все равно найдем зацепки, даже если убьем тебя. Я кое-кому пообещал молчать. Я не могу сказать, не могу. Младшая, давай просто убьем его. Господин Сюй, господин Сюй! Он так поступил ради своего больного сына, господин Сюй. Господин Сюй? Первый шаг – прекрасная жизнь. Второй шаг – вечный союз. Третий шаг – счастье и успех. Господин Сюй крайне подозрителен и очень жесток. Я могу только провести вас в его поместье. А что случится после – не моя забота. Первый шаг – прекрасная жизнь. Второй шаг – вечный союз. Третий шаг – счастье и успех. Господин Сюй крайне подозрителен и очень жесток. Я только могу провести вас в его поместье, а что случится после – не моя забота. Когда войду в зал, схвачу всех сразу. Не ожидал, что моему поместью сегодня выпадет честь принимать знаменитую госпожу Ли. Стражница Ли, ты правда думала, что притворившись невестой, кого-то спасешь? Какая еще стражница? Разве ее не вышвырнули? Госпожа, хочешь ее спасти? Тогда я предоставлю тебе такую возможность. Мой... Так-то лучше, верно? Госпожа Ли, о нет, теперь мне стоит называть тебя невесткой. Распорядительница, продолжай. Прошу войти жениха.
Первый поклон небу и земле. Второй поклон родителям. Поклонитесь друг другу. Стражница Ли. Поклон. Брак заключен. Хочешь сначала девушку спасти или злодеев наказать? Не собираюсь откладывать ни то, ни другое. Спасибочки. Больно. Роди сына не погнушался пожертвовать чужой дочерью. Алочное отродье. Лучше помолчи. Отведу их в шесть ведомств. Бесишь. А ты тут откуда? Увидел призрачного Джана, которого ты разыскивал, и проследил за ним. Узнал, что тебя выдают за больного сына господина Сюэ. Я сказал, молодой господин Сюэ, вы слишком слабы. Сегодня ваша невеста принесет вам несчастье. Я приму вашу неудачу на себе. Неплохо. Эта девушка из сада райских ароматов. Наверняка связана с убийцей. Неужто этот дух уже овладел столькими людьми? Разве 3 года назад у скалы Бишуй сама не видела, насколько опасен этот дух? 3 года назад? Недаром ты не помнишь, как забрала мою кость. Откуда тебе столько об этом известно? Неужели и ты однажды... Госпожа Ли. Госпожа Ли. Лия. Моя сила — окружить поместье. Всех в тюрьму. Есть? Госпожа Ли не хотела вас беспокоить. Она так упорно сражается, чтобы оправдать ожидания наставника. 3 года назад они с наставником отправились к скале Бишуй, но остальные отстали от них. Когда стражи туда прибыли, она уже... Эта девочка была едва жива. Когда командир Линь принес ее назад. Командир Линь? К счастью, она очень стойкая. Небеса не забрали ее. Может, 3 года назад я спас ее своей драконьей костью? Старший. Искали? Командир Линь, приказывай. Живо встань. Разве я велел вставать на колени? Тебе и не нужно. Младшая сестренка попала в беду? Я знал, что не стоит горячиться. Это моя вина. Я... Почему не остановил ее? Я не обвиняю тебя. Тот, кто стоял за призрачным Джаном, схвачен. Младшая отлично справилась. Я так и знал. Что у нее все получится? Но у нее был помощник. Помощник? Кто?
Все мы из шести ведомств были с тобой. Тот сваха из храма, который на днях остановил матушку-наставницу. Тонлин. Послушай, не своди с него глаз. Заметишь подозрительное, немедленно докладывай. Есть. Иди. А этот негодник Тунлин довольно заботлив. Кто там? Ты не взяла сменную одежду. Я принес ее тебе. Оставь там. После купания не забудь забрать свои вещи. Ладно. Надеюсь, горячая ванна с травами поможет залечить раны госпожи Ли. И еще, почему тогда в поместье Сюй моя волшебная сила вдруг проявилась на ней? Вчера я явно уловил колебания духовной энергии, но сегодня она исчезла. Нефритовый кулон. Жемчуг влюбленных. А кисть точно сделана из шелка дворца Северного моря. Откуда у тебя эта подвеска на мече? Подарок на память от моего наставника. Наставника? Наставник Ли Юе. Почему вы подарили ей вещи из моего дворца? Что с тобой? Бесстыдник. Ты что-то подмешал? Там были обычные лекарственные травы. Этот шрам.